А в Красноярской администрации сегодня сразу два заместителя Еремина покинули свои посты. Это Вячеслав Полищук, начальник департамента эконом-политики, и Наталья Боброва, курирующая социальный блок. Увольнение уже подтвердили в мэрии. Слухи о том, что чиновники лишатся поста, появились 2 недели назад, после планерки, на которой... После планерки, на которой, по информации источников, Наталья Боброва получила выговор. Работая же Вячеслава Полищука и Ирины Хаснутдиновой, она начальник департамента финансов, Еремин просто остался недоволен. Боброва с Полищуком ушли по собственному желанию. Вместо них сейчас назначили замов Антонину Герасимову и Светлану Козырскую. Хаснутдинова, которой также пророчили увольнение, продолжает работать.